«Алмаз Алроса» разгромил московский «Политех». В рамках чемпионата России по мини-футболу накануне состоялись матчи 17-го тура. Мирнинский клуб «Алмаз Алроса» встречался с «Мосполитехом», одержав победу со счетом 10-3. Команда из Якутии упрочила свою лидирующую позицию в турнирной таблице. Имея в своем активе 40 очков, «Алмаз» занимает первую строчку первенства. Другой якутский клуб «Заря» занимает текущее 8-е место, имея в своем запасе еще 4 матча.